Я видел агентов движения, которые работают на генерала. У них есть все способности. Поспеши, у тебя нет времени. Пора изучить удаленное видение. Это пси-способность, позволяющая видеть через двери и препятствия. Но используя ее, ты не сможешь атаковать. Нажми клавишу удаленного видения и походи, как ты это делаешь обычно. Чтобы выйти из режима, нажми эту клавишу снова. Помни, ты можешь проходить через двери. Теперь используй удаленное видение, чтобы найти терминал, с помощью которого можно открыть дверь. Можно было бы сделать лучше. Пора изучить удаленное. Теперь используй удаленное видение, чтобы найти терминал, с помощью которого можно открыть дверь. Иди вперед, пройди через дверь и готовься к следующему заданию. Теперь с помощью удаленного видения проследи за охраной. Найди укрытие и спрячь свое тело на время использования этой способности.
Теперь войди и незаметно убей врага сзади с близкого расстояния. Целься в голову, Ник. Дайте ему медаль. Отлично справился. Можно было бы сделать лучше. Теперь с помощью удаленного видения проследи за охраной. Теперь войди и незаметно убей врага сзади с близкого расстояния. Целься в голову, Ник. Дайте ему медаль. Отлично справился. С помощью удаленного видения войди в соседнюю комнату и проследи за передвижением патруля. Затем пройди незамеченным мимо врагов. Можно было бы сделать лучше. С помощью удаленного видения войди в соседнюю комнату и проследи за передвижением патруля. Ты хорошо справляешься. Идем дальше. Это хорошее задание. Но будь осторожен, Ник. Пройди мимо обоих солдат незамеченным, чтобы добраться до самого сложного. Задание не выполнено, Ник. Это хорошее задание. Твои способности улучшаются, но готов ли ты к битве, Ник? Используй удаленное видение, чтобы пройти через лабиринт. Ты должен дойти до терминала и открыть дверь.
Отсчет времени начинается, когда ты входишь в лабиринт. Уничтожь все, что попадется тебе на пути. Отлично, Ник. Теперь можно и пообедать. Я умираю от голода. Один из наших!
Возвращается память. Ты хочешь сказать, что мне промывали мозги? Нет, твоя память была стерта, чтобы никто не узнал о твоих пси-силах. Укол, который я сделала, должен восстановить твои пси-способности. Это безумие. Отрицай это, если хочешь, но как еще ты сможешь объяснить? Я найду своих солдат. Слишком поздно. Пока мы с тобой разговариваем, их превращают в марионеток солдат движения. Мои люди никогда не будут на стороне движения. Ник, теперь мы перейдем к опустошению разума. Эта способность поможет тебе забирать энергию другого человека и пополнять свою пси-энергию. Мы начнем с основного. Уничтожь охрану любым способом, а потом я расскажу, что делать. Нажми и удерживай клавишу опустошения разума. Чем дольше ты ее удерживаешь, тем больше энергии получаешь. Опустошив разум мертвого, ты сможешь восстановить лишь часть собственной энергии. Чтобы получить больше энергии, ты должен опустошить разум живого. Мы попробуем это в соседней комнате.
Итак, давай попробуем. Ты можешь опустошать разум только того человека, который не знает о твоем присутствии. Тихо подойди к врагу сзади и нажми клавишу опустошения разума. Интересно, это больно? Вряд ли этим ребятам нравится их работа. Да, прости, давай продолжим тренировку. Теперь немного сложнее. Подкрадись к каждому из этих охранников и опустоши их разум, пока они не начнут убивать друг друга, не понимая, что происходит. Лично, Скрайер. Отлично. Теперь ты должен пополнить свои силы, или ты умрешь. Перед последним заданием я заберу у тебя всю пси-энергию. Используй опустошение разума, чтобы полностью восстановить энергию за определенное время. Делай это любым способом, Ник. Основное задание — полностью восстановить энергию. Итак, это было опустошение разума. Помни одно. Нет разума, нет и энергии. У безголовых тел нет пси-энергии. Давай выбираться отсюда, пора повеселиться. Thank you.
Сандерс, ты жив. Пойдем, я вытащу тебя отсюда. Ah!
Сара. Здесь был Сандус. Он напал на меня, как зомби. Из него сделали марионетку. Это новая программа, разработанная для защиты движения. Их нужно остановить. Я постараюсь осмотреть территорию. Доберись до серверной. Найди там чертеж зданий и какую-нибудь информацию о планах генерала. Происходит.
Сара, дверь заперта. Черт, это территория с усиленной охраной. Возможно, что пароль есть только у Иова Леонова. Леонова? Он руководит программой марионеток. Он бывший секретный агент КГБ и мастер управления разумом. Пароль находится в его офисе. Найди способ попасть туда. Будь осторожен, он очень опасен. Thank you.
Ты нашел что-нибудь? Да, планы движения и карту этого места. Отлично, отошли их мне. Давай встретимся на основном военном складе возле стартовой шахты. Где? Согласно карте, которую ты нашел, есть коридор, который идет от серверной комнаты к стартовой шахте. Посмотри вон там. Thank you.
здесь хранят ядерное оружие. Не совсем. У них больше не осталось ядерного оружия. Но еще довольно много обычной взрывчатки. Я достала кое-что. Теперь ты сможешь взорвать это место. Я? Ты ведь еще помнишь врата разума? Врата разума? Секретное оружие военных сил США. Они оплачивают наши счета. Ты что? Ты что? Ничего не помнишь? Когда тебя схватили, память была стерта. Она должна была уже восстановиться. Прости, Ник, что-то пошло не так, но мы не должны останавливаться. Согласно чертежам, здание имеет слабые места. Я отметила три телосмех. Если ты положишь туда взрывчатку, здание рухнет. Командование рассчитывает.
Помогите! Господи! Нет!
все умрем. Оставь меня. Мы все умрем. Оставь меня, оставь меня. Тревога! О, Господи! Нет! Чисто. Ничего. Ты урод! Спрятаться с тварью!
Oh!
встретимся на вертолетной площадке. Я уже иду. Поспеши, у тебя нет времени. Thank you.
Нужно было убить тебя в самом начале. Лучший из моих агентов стал твоим врагом. Я был вашим агентом? Если где была лаборатория, быстро!
обнаружение. Thank you.